Бежит река времени. Минул не один десяток лет с того незабываемого, страшного дня, когда настежь распахнулись кровавые двери войны. Много воды утекло, заросли шрамы окопов, исчезли пепелища сожженных городов, выросли новые поколения. Но в памяти человеческой навсегда останется роковая дата – 22 июня 1941 года и долгих 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны. 25 сентября в медицинском колледже Крымского федерального университета вновь прошел урок мужества. Затаив дыхание, участники урока смотрели на ужасающую правду о событиях Великой Отечественной войны. Рассказы ветеранов и детей войны были этому подтверждением. Атмосфера урока мужества способствовала формированию истинного чувства патриотизма, гордости за Отечество и стремлению до победного конца защищать суверенность своего государства.